Люди в белых халатах. Наша героиня Алия Мукушева, врач, который в буквальном смысле дарит жизнь. Она акушер-гинеколог. О жизненном пути и карьере врача в следующем сюжете. Алия Мукушева, заведующая акушерским отделением областного перинатального центра, окончила лечебный факультет Акмолинской медицинской академии. Начинала свой врачебный путь в 2001 году в областном роддоме в качестве ординатора. Буквально вытаскивали женщин с того света, с кровотечениями, которые поступали в тяжелом состоянии. Поэтому я была так воодушевлена и очень хотела работать именно вот и приносить пользу именно как акушер-гинеколог, вот именно в акушерстве. Алия Мендияровна работает координатором по перинатальным технологиям. Работая с районами, она знает положение рожениц там. Врач с гордостью говорит, что медицина сейчас намного продвинулась вперед. Сейчас медицина шагнула далеко вперед. У нас есть техническое оснащение, да? У нас есть кардиотокографы для того, чтобы отследить состояние плода в родах. То, что не было раньше, да? Мы раньше ходили со стетоскопами, выслушивали после каждой схватки, и очень много рождалось у нас тяжелых детей, ввиду того, что мы не могли отследить их состояние. Конечно, в работе бывают и непростые моменты. И не только меня, наверное, посещали мысли, что все, мне надоело, я хочу отсюда уйти, потому что это морально сложно. Всякие ситуации бывают. Бывает, женщина поступила с тем, что вот ребенок погиб внутриутробный, ты не знаешь, как помочь. Знаешь, вот может быть на этом этапе, вот если бы там она там неделю назад обратилась, когда у нее появились жалобы, я могла бы ей помочь, а вот так получилось, что сейчас уже все. Я тут безысходности иногда, конечно, бывает. Супруг Алии Мукушевой тоже работает в медицине. У них растут две дочери. Семья – это главная ценность в жизни, считает врач, в руках которого рождается жизнь. Гаухара Кубасова, Даулет Кошкербаев, РТС Ахпарат.